Ребят, кому не трудно, подпишитесь на канал моего друга. Ссылки в описании. Всем здорова, с вами Серега, и сегодня будет обзор моего аккаунта на приватном Warface. Ну, начну я со склада. За штурмом рюмочка. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Ну и так, калаш. Остальное все фигня. Из пистолетов у меня золотой дингл, розовый дингл и Six Sauer. Да, кстати, обычного дигла даже нет. Надо будет его выбить. Ну и с ножей у меня мелочь. На медика я вот тоже сегодня только выбил. Юсасик. Но я с ним как бы не играю. Хотя, как бы ману убивает. Против читаков бил. А в основном не играю с ремиксом. Потому что с ним как бы приятнее даже играть. Инженера я тут не старался, так не убивал ничего, тоже всякая мелочь, такой набор прям магма. Ну такой вот. Ладно, ну на снайпер такая самая начиночка, это у нас АХ и золотой Штейр Скаут, пушка, которая, если честно, мне уже надоела. Практически не играю, потому что я ее набил. Но пушка так-то крутая. Блестит вообще жесть. Вот когда здесь добавят новые ачивки, вот тогда я, ну, за золотые пушки, тогда буду с ним играть. А так я его набил и играть с ним больше как-то не хочется. Ну а пока я играю с Макмиллоном Магма. У меня тут был на месяц лично. Хотя бы тут ваншотит. Снаряжение у меня тут не особо тоже много. Ну, придется боевое покупать, потому что короны закончились. А особо-то ничего и нету. Випки я тут закупаю каждый месяц. Скинов у меня тут только из коробок выпали. И скинов для пушек у меня пока что нет. Ну, тут все по мелочи. Насчет достижений, ну, не знаю. Как-то это я тут открывал только оборудование. Все показывать не буду, покажу только самые такие крутые. Вот как раз вот за золотой дигл, за золотой скаут, тут я Марик проходил. Вулкан, ну и все такое. Остальные так мелочь. Ну и розовый дикл набил. Насчет микрофона, у меня сейчас голос не такой, как должен быть, но постараюсь скоро исправить. Из-за меня с ума микрофон сходит. Ладно, с 80-го рангом это была шуточка. Ладно, кому интересно, хотя, кого я обманул, все догадались, как это сделал. Стата у меня, в принципе, как и всегда, она мне всегда такой держится. По ВДшке я тут только спецоперации гоняю, больше ничего такого. Ну и остальное тоже. И кто хочет... Ну, кто играет на пиратском Warface, у меня есть свой клан. Создал его только-только. Кто хочет попасть в мой клан на приватном Warface, пишите свой ник в комментариях. Добавлю. Обязательно. Ну и вроде бы как. Все. Потом еще всякие обзорчики тут поделаю.
то, кстати, марафон сломался. Печально. В общем, ладно, ставьте лайки, подписывайтесь. Кто хочет в мой клан, пишите у них в комментариях, добавлю. С вами был Серега, ну и всем пока.